центр тяжести у него расположен, и когда бежит, иногда кажется, что не бежит, а летит. Корпус его. Но иногда, если не диагонально наклонен к земле. Может быть. Миграцию под 60. Изначально утка его позвали. Такое прозвище. Здесь дали. Удар Бекхэма. 1-0. Браво, Дэвид. Второй гол Дэвида Бекхэма на итальянской земле за итальянский Милан. Ну, я думаю, что не отпустит, конечно же, выкупят, ну и аплодирует. Не только Фабио Капелло своему подопечному аплодирует, и супруга главного тренера сборной Англии заметил, что ошибся вратарь. Не совсем правильную позицию на линии ворот вывешил. Стенка закрыла от себя этот угол, ну и Бекхэм исполнил, конечно, все просто блистательно, как компьютер. И бросок Рубини уже с запозданием среагирует, что он этот удар ничего не решал. 1-0.